Добрый день. Вот так пашет двухкорпусный плуг. Вот трактор. Ну и вот два корпуса. Два корпуса с диском. С одним диском. Пашем на четвертой передаче. Глубина где-то больше 15 сантиметров. Земля ложится ровно. Ненужные бороны. Корпуса работает отлично. Земля созревшая после зимы 2018 года. Зима, как мы знаем, была тяжелая, возвратная. Много было снега, много было влаги в земле. Но, тем не менее, сейчас она хорошая, эта земля. В самый раз пропахать и сажать картофель. Ну и дальше все остальное. Трактором и плугом доволен. Немножко, конечно, даю остывать, потому что всего 12 лошадей. Устает немножко. Вот такая борозда. Внизу, конечно, там тяжелей. Там еще мокровато.
Вот такое цветение лучи. Сорта разные. Там дальше цветет персик. Здесь ровно 20 соток земли, еще немножко осталось допахать. Сейчас конец апреля месяц, завтра возможно будем картошку садить. Всем доброго здоровья и хороших урожаев!